Лучший город Земли. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Лучший город Земли». Сегодня мы поговорим о Владивостоке и русско-американской дружбе. Возможно, это покажется вам удивительным, но история знает подобные примеры. В пятницу 7 октября 1988 года жители самого северного населенного пункта на Аляске поселка Бэрроу обнаружили неподалеку от берега трех серых калифорнийских китов, попавших в ледовую ловушку. И эта новость тут же облетела весь мир. Все взрослое население Бэрроу при помощи бензопил пыталось вызволить китов из ледового плена, но все усилия были тщетными. В 1988 году отношения между СССР и США заметно потеплели, и когда Государственный департамент США попросил помощи у нашей страны, выяснилось, что в Арктике находится суда дальневосточного морского пароходства, ледокол «Адмирал Макаров» и дизель-электроход «Владимир Арсеньев», капитаны которых получили приказ следовать к берегам Аляски. Оба судна подошли к мысу Бэрроу на рассвете 26 октября. Затем на борт «Адмирала Макарова» прилетели руководители спасательной операции Рон Моррис и командующий Северным флотом США адмирал Зигмунд Петерсон. 28 октября 1988 года ледокол «Адмирал Макаров» проломил торос длиной 365 метров и высотой 9 метров. Ну а дизель-электроход «Владимир Арсеньев» очистил от ледяного лома проход, чтобы киты могли выйти на чистую воду. Ночью 29 октября китам удалось покинуть ледяную западню, и утром вертолетная разведка сообщила о том, что киты вышли в открытое море. Об этой истории, о спасенных китах, о русско-американской дружбе потом еще очень долго говорили в разных концах земли. А скульптор из Миннесоты Джерри Фейбер по заказу американского предпринимателя Тимоти Даггана вырезал из старого 300-летнего вяза, найденного на территории резервации индейцев Чипева, скульптуру трех китов и подарил ее нашему городу. Простые американцы собирали деньги для того, чтобы перевести эту 4-метровую скульптуру. И 2 июля 1989 года, как раз в день рождения Владивостока, памятник был торжественно открыт неподалеку от Дворца культуры моряков. Теперь это Феска Холл. На церемонии открытия присутствовали Тимоти Дагган, Джерри Фейбер, а также капитаны советских судов. И этот памятник, созданный в честь спасения судами дальневосточного морского пароходства китов, которые застряли во льдах на Аляске, служит отличным напоминанием тому, что отношения между Россией и США могут и должны быть лучше. Вот что еще интересно. Эта история легла в основу художественного фильма, который в 2012 году снял американский режиссер Кен Копис. Но нам пора прощаться. Это была программа «Лучший город Земли». Я Дмитрий Шакин. До встречи в эфире.